Бывший мэр Еревана, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян, от правящей партии, кандидат в президенты Армении в 2011 году, сказал, что Армения готова извиниться перед Турцией за кровавые столкновения в регионе, особенно за Асала. Ваагн Хачатрян с Леоном Терпетросяном выступил с неожиданными и противоречивыми для турок заявлениями. Никто в Армении не хочет оглядываться назад. Здесь цель – создание свободных армяно-турецких отношений. К сожалению, пока по этой теме не зафиксировано положительных результатов, сказал Хачатрян, отметив, что доля региональных сил в ней велика. Хачатрян также одобрил политику тогдашнего премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Ноль проблем с соседями». По словам Хачатряна, несмотря ни на что, региональные силы, Турция и Армения должны суметь вместе решить свои проблемы. Хачатрян отметил, что в Армении много экономических и социальных проблем. Поэтому граждане страны не могут много думать о событиях прошлого, а проживающие за рубежом армяне имеют меньше экономических и социальных проблем, больше интересуются геноцидом и другими вопросами. Хачатрян сказал, что одно извинение Турции за геноцид армян очень важно, добавив, такой подход может открыть все двери до конца. Мы готовы извиниться перед Турцией за кровавые конфликты в регионе, особенно за Асала. Как Армения, мы приносим извинения Турции, но в Турции нет прогресса в этом направлении. Хватит столько споров, споры между двумя странами должны прекратиться, заявил Ваагн Хачатрян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.